Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Фриги Викинг. Всем хорошего настроения! В этом видео я открываю миграцию на Королевство 1686. Эти ребята готовы принять игроков. Касаемо того, что происходит на этом сервере, я расскажу вам чуть позже. Вначале хочу рассказать историю, которая меня с ними связывает. Во-первых, я делаю открытие миграции на своем канале для них уже не первый раз. Это говорит о том, что ребята в принципе успешно играют, у них получается выполнять поставленные задачи, игроки, которые приходят довольны, и они сейчас также пополняют свои ряды. Что касается большой истории, действительно, я отыграл в этом королевстве целый сезон КВК. Это было достаточно давно, в то время русскоговорящая комьюнити решила собраться на этом сервере. Было очень много русскоговорящих игроков. Во главе с королем Бульбашом, может быть, кто-то помнит еще этого игрока, достаточно известный игрок в игре Rise of Kingdom среди русскоговорящего комьюнити. Собрались ребята на этом сервере, я пришел туда и поиграть дополнительным аккаунтом, отыграл с ним целое КВК. Но из-за ухода короля из игры вообще полностью королевство несколько раз переформировалось. И в итоге королем стал игрок с ником Зефир, и до сих пор он занимает пост руководителя и, в принципе, успешно делает свою работу. Поэтому с этим королевством меня связывают действительно очень приятные воспоминания, и на сегодняшний день ребята хотят также добавить игроков в свои ряды, поэтому если ты ищешь свой дом, то можешь обязательно рассмотреть данное королевство, пообщаться с ними в Дискорде, под этим видео будет ссылочка на их Дискорд. Также можешь лично написать королю Зефиру по поводу миграции, задать все интересующие тебя вопросы. И немножко информации о том, что хотят сказать вам ребята о себе. Королевство 1686 действующим составом отыграло 4 сезона КВК, из которых выиграли 3 сезона. За последнее КВК получили звезду Альянса, находится в категории Б. Это говорит о том, что ребята не стремятся забить жиром свое королевство, чтобы потом попасть в какое-то жесткое КВК с донатными там имперскими королевствами и после этого пострадать. Они просто играют в своем боевом режиме, находятся в Б-шечке, и их это устраивает. Один боевой альянс, одна академка для подрастающего поколения, сервер на 99% русскоговорящий, донат присутствует. На КВК имеются игроки, которые прокачивают академку на фул, это значит, вы пойдете в ралли и в деф во главе с лидером, который хорошо бустит свой аккаунт в КВК. Также у них расписывается СМП по статистике по результатам КВК. Все достойные игроки, которые хорошо себя показывают, могут получить высокое место в ивенте СМП. Все остальные ивенты свободные. Также разработана уникальная система фарма кристаллов, с помощью которой в сутки игроки королевства фармят в среднем по 3000 кристаллов. Кстати, мне про нее рассказывали. Очень классная штука. Спросите короля, он вам расскажет, как это выглядит. Они хотели бы набрать новых игроков и усилить боевой состав. Для топ-2 альянса с мощностью до 40 миллионов и опытом игры не более года. Для топ-1 альянса со статистикой от 700 миллионов киллпоинтов и 7 миллионов смертей. Соответственно, для более подробной информации переходите под это видео, ссылочка на их Discord, задавайте все вопросы, ребята вам ответят. Надеюсь, кто-то найдет в этом королевстве свой дом, свою команду. На этом я буду заканчивать. Рассмотрите 1686, если вам подходит такой оборот игры, который они предлагают. С вами был Фриги Викинг, скоро увидимся.